По данным агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан, в первом квартале 2022 года во всех категориях хозяйств республики произведено около 3886,5 тонн плода овощной продукции, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1,2% овощей и на 6,4% фруктов. Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за январь-март 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 9,1% в сопоставимых ценах. В том числе объем продукции растениеводства составил на 45,3% больше и животноводство на 8,6%. На 1 апреля 2022 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило около 2,5 миллионов голов, что на 95 тысяч голов или на 4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. За этот период поголовье овец и коз составило около 6,5 миллионов голов, что больше на 285,5 тысяч голов или на 4,7%. В первом квартале 2022 года объем производства мяса крупного и мелкого скота в живом весе во всех категориях хозяйств составил 36 727 тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. За отчетный период производство мяса птицы во всех категориях хозяйств составило 10 799 тонн, что на 44,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этот период объем производства яиц составил 275,9 миллионов штук, что на 20% больше, чем за январь-март 2021 года. Увеличилось производство яиц в хозяйствах Сагдийской области на 23,6%, Хатлонской области на 6,1%, в Горно-Бадахшанской области на 2,7% и в районах республиканского подчинения на 19%. В общественных и дихканских хозяйствах получен приплод телят в количестве 14 588 голов или на 0,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В общественных и дихканских хозяйствах получен приплод ягнят и козлят в количестве 300 285 голов или на 3,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Объем продукции рыбоводства за январь-март 2022 года составил 15,3 миллионов самани, увеличившись на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Улов рыбы в целом по республике составил 737,8 тонны, в том числе в хозяйствах Хатлонской области 473,1 тонны, Сагдийской области 227,6 тонны, в Ахдате 36,4 тонны, Рудаки 0,5 тонны и Турсунзаде 0,2 тонны. Зумрат Вазиева, РАНО, Зизи, новости.